Испанская танго соткана из звуков русских народных инструментов. И это только одно из изысканных блюд, приготовленных Липецким оркестром для поклонников. Открывать сезон музыканты решили осенним вернисажем. Здесь лучшие классические произведения. Композиторы зарубежные и российские. Музыкальный калейдоскоп из различных жанров и стилей. На этом концерте Липецкий оркестр выступает с приглашенной звездой, дирижером Московского музыкального театра «Геликон опера» Андреем Шличковым. Гость признался, для него это творческий эксперимент, встреча с новым коллективом. Правда, дирижер и наши музыканты поняли друг друга без лишних репетиций. Музыканты замечательные, я сразу скажу, да, они очень цепкие, очень мобильный оркестр, все быстро хватает на лету. У нас было две репетиции. Ну, конечно, новый дирижер – это новая рука. Конечно, первая репетиция – это была притирка такая друг к другу. Ну, а вторая уже как-то более-менее свободно себя чувствовали. И я считаю, что мы как-то нашли какой-то общий язык. В этом сезоне оркестр русских народных инструментов приготовил для своих поклонников много творческих сюрпризов. Музыканты обещают, будут концерты для детей и взрослых, интересные проекты и звездные гости. Буквально каждый месяц с нами, с оркестром, будут выступать замечательные солисты, замечательные дирижеры. Концерт, как сказать, сезон звездным получается. Начало сезона тоже получилось ярким. А потом зрители признавались, что полтора часа концерта пролетели как один миг. Мы же русские люди, все очень интересно. Это всегда интересно послушать. Это, в конце концов, классика. А это моя слабость. Ольга Бугакова, Илья Горский, «Липецкое время».